Здравствуйте, это итоги недели на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов. И вот наиболее важное, о чем мы вам сегодня расскажем. Стихия не щадит никого. Снегопад нанес большой урон хозяйству в Кардахенском районе. Наша съемочная бригада увидела последствия чрезвычайной ситуации. На этой неделе столица Дагестана осталась без воды. Называлось несколько причин, по которым все произошло. Сегодня гость нашей студии – генеральный директор акционерного общества «Махачкала-Водоканал» Рашид Магомедов ответит на актуальные вопросы. Школа в селе Ибрагим-Атар для Ратинского района готова встречать учеников. Документы собраны, но здание нуждается в ремонте. О том, кто поможет в школе, расскажут наши коллеги. Бренд, известный далеко за пределами республики, и это его национальный стиль и колорит. В среду отмечался День модельера, и в гостях наши корреспонденты побывали у Шамкала Алиханова. Разрушены теплицы, повреждены дома и погибли животные. Аномальный снегопад в Дагестане нанес самый большой урон Кардахенскому району. Местная власть пока подсчитывает нанесенный ущерб. Наша съемочная бригада выехала на место и воочию увидела последствия стихии. 80% от общего урожая помидоров в Дагестане выращивают в этих теплицах. Теперь же они оказались под толщей снега. Здесь, в Карабутахкентском районе, стихия уничтожила более половины теплиц. Ущерб некоторых из них исчисляется десятками миллионов рублей. Магомед Насихов – совладелец одного из тепличных хозяйств. Говорит, непогода уничтожила около гектара плодоносящих территорий. Кроме того, стихия повредила и современную растительную систему. На ее установку хозяева недавно потратили более 2 миллионов рублей. Я думаю, на лет 5 отодвинуло назад людей чисто в материальном отношении, потому что это огромный ущерб. Это... Я же говорю, это цифры 6 нулями, поэтому она не только ущерб нам, это рабочая сила. Без компенсации и поддержки власти, говорят владельцы, им бизнес не восстановить. Однако стоит ли предпринимателям ждать помощи, вопрос сложный, особенно после сегодняшнего выступления премьер-министра Дагестана. Мы не можем сегодня оказать помощь после этого стихийного бедствия. По той причине, что земли получили, газ подключили, рассаду посадили, урожай замерз. Они не были зарегистрированы. Если и застрахованы, соответственно, не были. Действительно, практически все теплицы здесь не имеют страховки. Но эксперты говорят, виноваты в этом не предприниматели. Государство не создало условий, которые позволили бы аграриям застраховать свой бизнес. Многие компании отказываются сотрудничать с дагестанскими фермерами, так как республика признана зоной рискованного земледелия. Индивидуальные предприниматели искали варианты застраховать урожай, но никто не работает с нашими сельхозтоваропроизводителями. Появилась одна страховая компания, и то она планирует страховать только зерновые, зерновые, колосовые. А вот именно в тепличном отрасли еще такой страховой компании не было и до сих пор нету. Ударил снегопад и по животноводам. Пострадали две крупные фермы. В общем количестве под облобками оказались более 50 крупного и более 700 мелкого рогатого скота. Накануне оползень разрушил и два здания фермерского хозяйства. На месте сохраняется угроза и для частников. Было принято решение эвакуировать 6 жителей из соседних домов. По предварительным данным, обильный снегопад разрушил около 40 жилых домов. Я когда начал чистить крышу, и где-то минут через 10-15 начало обваливаться. И я сразу крикнул, сказал своей жене, убери детей, сами уходите оттуда. И в это время эта крыша упала. Оказать всевозможную поддержку потерпевшим обещают здесь, в местной администрации. По словам главы района, ситуация сложная, но они будут использовать всевозможные рычаги, чтобы поддержать народ. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Мы создали комиссии по населенным пунктам, подсчитываем ущерб это домов, сколько крыш у нас поврежденных, навесов. И по теплицам точно так же идет расчет.
расчеты, сколько необходимо нам. Во-первых, мы когда говорим о большинстве наших теплиц, которые в районе, это все личные подсобные хозяйства. Если говорить о том, чтобы какой-то поддержки, и разговаривал с главой республики, и председателем правительства тоже разговариваем, продумываем какую-либо форму поддержки, попробуем оказать нашему населению, нашим предпринимателям. По поврежденным домам у нас будет подсчет, и из резервного фонда с нашего района будет оказана поддержка, соответственно, с МЧС-линии, домам, которые, и со стороны республики тоже будет, я думаю, всяческая поддержка. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Карабудахкенский район. На этой неделе в Шамильском районе близ села Хебда под КАМАЗом обрушился мост. Без транспортного сообщения остались селения Кахип, Гоор и Хиндах. По данным МЧС, пострадал водитель грузовой машины. К месту происшествия был направлен пожарно-спасательный гарнизон. И уже в четверг связь с селами в Шамильском районе восстановлена. Пока на месте обрушения моста открыли временную объездную дорогу. В строительстве было задействовано 8 единиц спецтехники. Работы велись круглосуточно. Установлена причина массовой гибели краснокнижных пеликанов в Дагестане. Птицы столкнулись с незащищенными высоковольтными линиями электропередач. Версия смерти животных от голода не подтвердилась, так как у погибших в пищеводе обнаружено большое количество рыбы. Дагестанские экологи отметили, что столкновение с линиями электропередач – распространенная причина смерти птиц во всем мире. Ильдавский лес получил статус особо охраняемой зоны. Такие меры оказались вынужденными для защиты природы. Экологическая ситуация в лесу дошла до критической точки. Подробнее расскажет Карим Даниев. Экологи Дагестана называют Ильдавский лес легкими нашей столицы. А вырубка деревьев на протяжении последних 30 лет стала одной из главных проблем города. Сегодня в лесу ужасная экологическая ситуация. Уже долгое время биологи и общественность бьют тревогу. И, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Общественники, средства массовой информации, неоднократно чиновники разных уровней, разные круглые столы, ученые поднимали вопрос о сохранности уникальной эндемик. Вот эту красоту природную мы просто уже столько лет, прошу за это слово, наверное, насилуем, потому что посмотрите, в каком виде находится лес. Этот ужасный мусор, эти обрезанные неухоженные деревья, это неухоженная, неогороженная территория, это близость вот этих вот жилых домов. По нормативам градостроительного кодекса на каждую 1000 жителей города должно приходиться больше 1,5 гектара озелененной территории. Махачкала по этому показателю явно не преуспевает. И в условиях нехватки парковых зон столь халатное отношение к имеющейся природе недопустимо, считают экологи. У нас раз-два, я общался, уже никакой зеленой территории нет. Поэтому мы очень рады. Я вот от имени общественной палаты говорю, что мы очень рады, приветствуем это решение. Долгожданное решение, вымученное решение о том, что наконец-таки этому лесу будет придан такой хороший статус. И может быть... У нас все получится, у нас есть шанс. Впервые за всю историю города Махачкалы земельному участку Ильдавской зоны присвоен статус особо охраняемой зоны. Когда-то этот лес был любимым местом отдыха горожан, но в 90-е годы в республике стали активно захватывать территорию и застраивать ее. Сегодня власти пытаются восстановить последствия небрежного отношения к природе. Хотелось бы отметить следующее. В 2020 году по поручению главы города Махачкалы Салмана Кадьявича в рамках инвентаризации земельных участков, расположенных на территории Ильдавского леса, администрации города Махачкалы собраны проверочные материалы в отношении 17 земельных участков, среди которых все 17 земельных участков общей площадью 22 тысячи квадратных метров возвращены в собственность города Махачкалы. На охраняемой территории будет создана инфраструктура для развития лесопарка. Это зона отдыха для горожан, оборудованные спортивные площадки и детская игровая зона. Карим Даниев, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В понедельник произошла авария на водоводе Миятли-Махачкала, которая привела к ограничению подачи воды в город. Водоснабжение было прекращено в 6 медучреждениях, 5 школах, 10 детских садах, 49 многоэтажных жилых домах и почти 5000 домов частного сектора. Махачкала-Водоканал возобновил подачу воды в Махачкале утром 17 марта. В нескольких районах столицы запретили использовать воду из-под крана. Запрет на воду наложили в пригородных поселках Семендер, Ленинкент, Шамхал и Шамхал-Термен. Нельзя было поставляемую воду использовать и для приготовления пищи. Такие меры были предприняты на основании постановления главного санитарного врача республики. Но в Ленинском районе Махачкалы так и не было воды.
Благотворительный фонд «Инсан» в эти дни раздал 10 тысяч штук бутилированной воды жителям столицы. Раздача проходила в районе редукторного микрорайона и на проспекте Имама Шамиля. Жители этих населенных пунктов остро нуждались в чистой питьевой воде. Дай Аллах им здоровья, чтобы они заботились людей, как это. Очень хорошее дело делают люди. Спасибо им. Дай Аллах им здоровья. И гость сегодня в студии – генеральный директор УАО «Махачкала-Водоканал» Магомедов Рашид Шамилович. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Вы знаете, какая у нас проблема была в городе, естественно. Расскажите детально, что произошло на водоводе, как долго это продолжались вот эти работы с Хушетского водохранилища, когда начали подавать воду вообще в столицу. Город Махачкала у нас обеспечивается двумя источниками водоснабжения. Это первый источник, это Миатлинские водоводы, и второй источник, канал Октябрьской революции, непосредственно который попадает в Хушетское водохранилище. Первая проблема у нас была на Миатлинских водоводах, это в районе Гильбаха, район Кизилюртовского района, была авария, в связи с чем пришлось ГУП чистой воды приостановит подачу воды для того, чтобы устранить эту аварию. Работа была тяжелая, надо было практически 1,5-2 сутки днем и ночью, не останавливаясь, проводить эти работы, устранять эту аварию, там сварочные работы, работы по замене задвижки и так далее. В связи с чем пришлось ГУП чистой воды прекратить временно подачу по одной нитке, так как Миатлинская вода поступает в город Махачкала по трем водоводам. Проблема Ленинского района заключалась в том, что КОР, канал Октябрьской революции, был сильно загрязнен. То есть селевые потоки и в том числе и мусор там попутный, который попадал вместе с этими потоками в КОР. Все это как бы привело в негодность эту воду. И руководством УАО «Махачкала-Водоканал» было принято решение приостановить пока работу хушетских очистных, так как была угроза отравления людей. Мы были свидетелями недавних вот этих событий. В других городах, в Кизляре, в Буйнакске, в Каспийске, потому что вода была очень низкого качества, она, цвет у нее был практически, можно сказать, черного цвета, темно-коричневого такого цвета. В общем, вы решили приостановить подачу воды, грязной вот этой воды, чтобы не было дальнейших вот этих отравлений и чтобы вода немного отстоялась, да? Та вода, которая была в водохранилище после закрытия шлюзов, так как скоро на наше водохранилище вода попадает через шлюзы, после закрытия этих шлюзов там запас воды практически оставался на сутки. Ну, естественно, мы ждали, надеялись, что вода очистится в коре, но тем не менее вот до сегодняшнего дня она до конца так и не очистилась. Она до сих пор идет мутная, но мутная не в том смысле, что она грязная. Она мутная идет оттуда, с водохранилищ, с черкесских, миатлинских водохранилищ. Она идет чуть мутная из-за того, что там тоже такие же осадки обильные были в горах. Но она чистая. То есть туда не попадает никакая грязь, никакой мусор туда не попадает. И из-за этого мы решили закрыть шлюзы. И запас, тот запас, который был там в течение суток, он практически закончился, потому что не только Ленинский район, да, но часть Каспийского, район Анжи-Арены, вот эту территорию тоже по просьбе руководства города Каспийска, также по просьбе руководства водоканала Каспийского, мы подавали туда воду. Соответственно, это дополнительный абонент, это дополнительная нагрузка на хушетские очистные. И за сутки там практически ничего не осталось, водохранилище. Соответственно, если воды нет, нам пришлось остановить насосную станцию нашу и вообще работу хушетских очистных. Почему вот в первый день отсутствия воды вот ответственная компания не организовала оперативно подвоз воды по районам, имеется в виду? Эта проблема, да, действительно была. Подвоз воды по закону мы обязаны осуществлять с того момента, как мы прекращаем подачу воды населению. Но проблема стала из-за того, что мы думали, что вода очистится в коре, что тот селевой поток, тот мусор, который
был непосредственно в коре, мы думали, что он пройдет, что дальше уже пойдет чистая вода, но этого не случилось. Соответственно, мы не рассчитали тот запас, который у нас был в водохранилище. Получилось так, что первый день до 2 часов дня население района осталось без воды. С 2 часов дня вместе с администрацией города мы составили график, составили локацию тех точек, где будут стоять водовозы. Привлекли там более 22 водовозов. Там потом на следующий день утром количество этих водовозов еще увеличилось, потому что наши меценаты, наши предприниматели помогли, МЧС помогло с водовозами, наши были водовозы Махачкала водоканала, ну и в том числе и другие, как говорится, ответственные, да, и люди, которые хотели помочь, да, те люди, у кого были водовозы, так взять даже частные лица, у которых есть водовозы, даже они приезжали, говорили, давайте мы поможем. Ну, процесс оказался неотлажным вот, в том плане, что горожане к концу дня только узнали, куда писать, кому звонить, чтобы узнать, спросить, когда дадут воду, где ее можно взять, куда ее подвозят. Тот процесс, вот, всего, ну, организационный процесс, да, он как бы на самом деле чуть был такой запоздалый, так как его надо было еще с ночи до того дня, как мы прекратили, вот мы знали уже, что это будет. Ну, как я говорил ранее, была надежда, что канал очистится, так как этого тоже не произошло. Мы не рассчитали этот момент, но это время. И не был составлен список тех адресов, где должны стоять водовозы. Потом эту инициативу все-таки взяла администрация города на себя вместе с администрацией Ленинского района. Они нам дали точки локации этих водовозов. И быстро по всем соцсетям, по всем каналам тоже телевидения был оглашен тот список, который непосредственно мы составили с администрацией города и с администрацией Ленинского района. На сегодняшний день какова ситуация с водой в городе? Ситуация более-менее уже лучше, она как бы наладилась. Мы смогли набрать запас воды в резервуаре в Хушетском водохранилище до того уровня, который нам позволяет в полном объеме обеспечить население Ленинского района. По части Кировского и Советского района у нас практически нет проблем, потому что на эти районы вода подается по Мятлинским водоводам. Авария была устранена на следующий день до обеда. Та авария, которую я озвучивал в районе Гильбаха, она была устранена и подача была возобновлена по третьей нитке тоже. И мы даже сумели часть Ленинского района обеспечить той водой, Мятлинской водой. Потому что эта сеть водоснабжения, она рассчитана так, чтобы если нет на Ленинской территории воды, чтобы могли частично обеспечить, не в полном объеме, потому что тот объем, который поступает по тем трем ниткам, ее не хватает на 2 района. Если бы мы запитали полностью Ленинский район, то у нас были бы проблемы в Кировском районе, в Советском районе. То есть население этих районов тоже там ощущали бы нехватку воды. Да. И в связи с этим мы решили чуть-чуть, да, добавить, имеется в виду, с этих районов, с Советского района, непосредственно там у нас есть задвижки, которые можно открыть и подать на эту сторону. Вот если будет подобная ситуация, вот такая же похожая ситуация, несколько суток граждане будут сидеть без воды и ждать ответственных служб, или будут предприняты меры, чтобы вот в дальнейшем вот такого подобного ЧП не произошло в Махачкале? Ну, подобная ситуация, это мы, как говорится, это не от нас зависит. Если будут такие погодные условия, если будут обильные осадки и так далее, ну, как говорится, все на все воля Всевышнего. Да. Если будут какие-то чрезвычайные ситуации, ну, это, в принципе, можно ее назвать чрезвычайной ситуацией, потому что были такие осадки, с которыми не могли ни одни службы справиться. То есть целые реки вот с наших гор оттуда, да, целые реки этих ливней после таяния этих снегов,
они прямым потоком поступали в кор, и невозможно было там ничего поделать. То есть там даже были такие варианты, что вдоль кора там прокопать траншею, там какие-то ограждения ставить. Ну, я думаю, это бы ничему, это все не помогло бы, да? В дальнейшем, да, вот вы спрашиваете, Махач, вот какие эти принимаются, да, меры? На данный момент на уровне правительства рассматривается вопрос о том, как бы обеспечить Ленинский район независимо от кора, отдельно Мятлинским водоводом через село Агачаул, там диаметром 1000 хотят проложить и обеспечить Хушетское водохранилище Мятлинской водой. Это отличная идея. Я думаю, этим мы обеспечим полностью весь город, город Махачкалу, Мятлинской, хорошей, чистой водой, которая поступает в город не по каналу, не по открытым источникам, а по трубам с гор, с Мятлинского водохранилища. То есть этим самым все те проблемы, которые ранее у нас получались по подаче по кору воды, они будут сняты. И еще, что я хочу добавить, Махач, проблема водоснабжения города, в принципе, она, у нее проблем нет. Вся проблема подачи воды в город. Понимаете, в самом городе система работает в штатном режиме, очистные работают как положено, никаких проблем нет. Все эти процедуры необходимы для очистки, для фильтрации, для гиперхлорирование, это все процедуры проводятся. Проблема в том, что подача до города не осуществляется нужным образом, а это ответственность уже других организаций. Я ни в коем случае не говорю, что это, как говорится, меня не касается, потому что мы должны работать вместе, мы должны все вместе устранять такие проблемы, а не сидеть каждый как бы у себя там в кабинете и говорить, это не моя проблема, пусть разбираются сами. Должны думать вместе, чтобы не было впредь таких, да, таких чрезвычайных ситуаций. Да? С представителями других организаций, вот мы проводили обходы канала Октябрьской революции, вот там участвовали руководители всех организаций, там, в том числе вот, замглавы города Хайдаков Эфенди Исупович непосредственно сам присутствовал. До поздней ночи мы осматривали вот всю территорию, начиная вот с поселка Шамхал до Семендера и вот по территории города Махачкалы определяли те точки, которые именно где попадают эти все стоки туда. Я вот этим хочу отметить, что не отстранился от этих проблем, что типа это не моя проблема, что до моих очистных они должны, обязаны подавать эту воду. Тем не менее, я, как говорится, в коллективе вместе со всеми руководителями, со всеми представителями других организаций, Роспотребнадзора и так далее, мы вместе все эти проблемы устраняли. То есть решали все 3-4 дня, не спали до поздней ночи. Сообща, да, обязательно. Потому что это общая проблема. Это не только проблема от одного руководителя, который вот подает в город эту воду. Это общая проблема. Проблема в том числе моя проблема, потому что я обязан обеспечить население города чистой, идеальной водой. Если я буду сидеть на стороне, то есть не принимать участие, ну, не знаю, один тот руководитель, он вряд ли справится, потому что это большая проблема, это глобальная проблема на самом деле. Ну, город тоже растет, население, да, увеличивается. Город, и правильно. И воды нужно, необходимо деле, больше. Да, эти очистные, которые были построены в 70-х, 80-х годах, ну, они рассчитаны на 300-400 тысяч населения. А у нас, вы сами знаете, уже за миллион выросло. И поэтому все эти коммуникации, все эти сети, их надо как бы уже реконструировать, их надо уже увеличивать, мощности, которые они могут выдавать. Потому что для населения сегодня 250-300 тысяч кубов в сутки необходимо идеальной чистой воды. Потребность такая. Спасибо вам, что ответили на наши вопросы. Главное, чтобы в дальнейшем таких ЧП больше не было, горожане не сталкивались с такими проблемами. Все-таки вода – это жизнь на земле. Спасибо большое. Спасибо вам тоже, Махач. Хотел бы отметить, да, в конце, чтобы горожане, жители нашего города, чтобы они… ну, я все понимаю, да, без воды сидеть, я сам тоже так же, такой же житель.
как и все. Это очень плохо, потому что дома могут быть инвалиды, маленькие дети, пенсионеры. Ну, я сильно переживал за этот момент на самом деле. И вот что я хочу сказать. Вот смотришь в соцсетях, да, на самом деле, ну, столько всего пишут плохого. Ну, неужели люди думают, что мы взяли специально им воду, закрыли? Просьба людям отнестись с пониманием, чуть терпение, проявить сабру, потому что мы, руководители, да, организации, мы на самом деле переживаем, потому что народ страдает, народ без воды. Я как говорю, как говорится, те же самые инвалиды, те же самые маленькие дети, страдают они. Так что еще раз приносим извинения за те неудобства, которые были в связи с этим происшествием. В дальнейшем мы постараемся больше не допускать таких ошибок, как говорится, таких проблем для населения. Будем стараться даже доводить тот проект, который вот зампредседателя правительства вот Батырь Эмеевич, вот у него этот проект я видел, который через Агачаул сейчас собирается проводить Мятлинскую воду отдельно на Хушетские очистные, чтобы Ленинский район тоже обеспечить этой хорошей чистой водой. Иншаллах, думаем, добьем этот проект, и будет у нас хорошая, чистая, идеальная вода. Спасибо вам, спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, чтобы в дальнейшем таких ситуаций в Махачкале больше не возникало. Вам всего хорошего, до свидания. Проблему с документами наконец решили. Теперь школа в селе Ибрагим-Атар для Ратинского района готова встречать учеников. Однако из-за того, что здание не функционировало долгие годы, оно нуждается в косметическом ремонте. Региональное отделение ОНФ попыталось разобраться в ситуации. Подробнее расскажет Лариана Шамхалаева. Эта современная школа на 300 ученических мест пустует уже третий год. Дело в том, что построили ее на землях отгонного животноводства. Вопрос о проработке возможных юридических механизмов для ввода в эксплуатацию учебного заведения поступил на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщило региональное отделение ОНФ. С выездом на место специалисты объект осмотрели и дали оценку его пригодности. Главная сегодня наша задача, значит, дать возможность детям учиться в новой школе. Здесь прекрасные спортивные залы, столовые и так далее. Условия совершенно другие. Поэтому нам желательно все, что мы видели недостатки, искоренить их. Еще раз, те, кто строили, значит, поработать им и дать возможность хотя бы в 1 сентября 2021 года дать возможность нашим детям именно учиться в этой школе. Трещины, подтеки и некоторые дефекты действительно есть, но это неизбежно, когда строительный объект простаивает, а температурный режим не соблюдается. Но в подрядной организации уверяют, что с приходом тепла отделочные работы начнутся, и к новому учебному году здесь пройдет линейка для сельских школьников. Все они решаются и будут решаться без дополнительных затрат в рамках гарантийных обязательств генерального подрядчика. Надо отметить, что не все замечания связаны с некачественной там работой, а есть вопросы с тем, что сами проекты по мере их строительства где-то устаревают. То есть начата школа в 2014 году, завершена в 2018, проект был разработан еще ранее, поэтому иной раз приходится некоторые вопросы решать уже, как говорится, вне обязательств даже подрядчика, ему приходится доделывать что-то, доукомплектовывать по текущим нормам, которые вот изменились. А пока учащиеся теснятся в этом здании из самана, глины и соломы. Здесь библиотека совмещена со столовой, физкультура проводится на улице, а маленькие кабинеты не вмещают всех учеников в классе. Вот 8-й класс, 20 учащихся. Вот не помещается, ни одного кабинета нету, где 20 учащихся помещается. Поэтому приходится придумывать вот... Дополнительные ставим стулья, парты, вот таким образом пока занимаемся. Библиотека, читальный зал, столовая. В связи с тем, что помещений не хватает, приходится вот таким образом организовать горячее питание. Первый, четвертый класс, 116 детей. Вот 116 детей принимают здесь пищу. После звонка школьники идут на перемены и в санузлы, мерзнуть на улицу. Все
Я хочу новую школу, чтобы на улице не играли в футбол, чтобы там с пацанами в школе играли в футбол и тренировались. Я хочу новую школу, чтобы там была комната для девочек. Здесь комната для девочек на улице. Я хочу новую школу, потому что там есть спортзал, большие классы и кабинеты. И там интерактивная доска. Местные жители искренне верят, что совместными усилиями всех органов власти дети уже со следующего учебного года будут получать знания в условиях, отвечающих всем современным требованиям. Лариана Шимхалаева, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Тлеоратинский район. Массовая гибель животных, слив канализационных отходов прямо в Каспийское море и отравление в купальный сезон. Ученые дают неутешительные прогнозы по состоянию Каспия. Прибрежная полоса стала походить на одну огромную свалку. Моя коллега Алина Багилова разбиралась, чем грозит загрязнение моря сточными водами. Этот загородный пляж давно перестал быть местом отдыха. Вода Каспийского моря буквально пропахла канализацией. На берегу появляются трупы животных и бытовые отходы. По словам экологов, такие трубы для сброса канализации могут вызвать экологическую катастрофу и нанести серьезный вред морской фауне. И такая картина по всему побережью. Из-за отсутствия очистных сооружений канализация сливается в море прямо в прибрежной зоне. Летом здесь купаются уже в том, что морской водой назвать нельзя. Из-за этого участились случаи не только гибели животных, но и многочисленные отравления в пляжный сезон. Представьте себе, что это все происходит летом. Часто прохладно. Вот эта вся канализация распространяется вдоль берега. Вдоль берега, вы знаете, купаются люди, часто не зная об этом, о том, что здесь такое мощное загрязнение, биологическое, химическое. И, конечно же, люди заболевают, особенно дети. Наносят огромный урон, который мы не изучаем, к сожалению. В Институте экологии и устойчивого развития ДГУ провели анализ воды из Каспия. По словам инженера-химика, концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимые нормы. У нас 30-кратное превышение нитратов, здесь 6,3 миллиграмма на литр, допускается 0,25 всего. Ну, там где-то 25, 27, 25, 27-кратное превышение нитратного азота. Ну и фосфатов некоторое количество. Ну, эти два компонента создают питательную среду для развития различной микрофлоры. Ну, имеется в виду и болезнетворных бактерий. Это нужно вовремя остановить, пока оно не погибло все живое, что там плавает. По словам профессора-географа, одна из причин загрязнения Каспийского моря – это стихийная застройка береговой полосы. Частники не беспокоятся о плановой застройке. На кадрах видно, как они просто закапывают канализационную трубу в грунт и выводят стоки напрямую в море. Вот здесь рядом медицинские учреждения. Хозяева этих медицинских учреждений были инициаторами вот этих вот проектов, вот этого всего. Ведь надо деньги тратить на то, чтобы выводить трубы как можно дальше в море, как деньги тратить на то, чтобы создавать водоотводные сети вдоль берега, там, в сторону канализации, но не вот так вот. Состояние моря беспокоит не только специалистов-экологов. По мнению жителей прибрежных районов столицы, ситуация с морской водой с каждым годом лишь усугубляется. Здесь с детьми невозможно летом. Все лето канализация, вонище, рядом вообще невозможно ходить, гулять. Все застроено, хлам. Доступа ни к чему не оставили. Стоки канализационные здесь, вонище, вообще куда народ смотрит, власть смотрит, народ молчит, власть бездействует.
Эксперты и неравнодушные жители надеются, что экологической катастрофы все-таки удастся избежать. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ Махачкала. Шестой региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» проходил несколько дней в Дагестане. Соревнования по профессиональному мастерству национального уровня проводились в республике уже в шестой раз. Площадку для соревнований по рабочим профессиям предоставил колледж архитектуры и строительства в Каспийске. Попробовать себя в самых разных сферах – строительство, дизайн, промышленность, транспорт, информационные технологии и сфера услуг – в этом году вызвались 357 конкурсантов. За 6 лет пятикратно увеличилось число участников чемпионата и разнообразились компетенции, что свидетельствует о популяризации чемпионатов WorldSkills Russia в нашей республике. Участники отмечают, что благодаря движению WorldSkills престиж рабочих профессий увеличивается, а стандарты профессиональной подготовки и квалификации кадров повышаются. Исторический парк и муфтия Дагестана будут тесно сотрудничать. Соответствующий документ в понедельник подписали директор комплекса «Россия. Моя история» Тимур Велиханов и председатель муфтията Шамиль Алиханов. А в рамках соглашения планируется проведение целого ряда масштабных мероприятий – просветительские лекции, тематические выставки, конкурсы, кинопоказы и не только. Обе стороны намерены усилить работу с молодежью по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Цели исторического парка и муфтиятова очень близки. Мы с обоих сторон стремимся к тому, чтобы люди стали лучше, чтобы они были образованнее. Муфтиятом реализуется множество проектов, организуются разного рода мероприятия, и площадка, предоставляемая парком «Россия. Моя история», она помогает как раз таки в реализации и организации этих мероприятий. Заключая это соглашение, мы подтверждаем необходимость совместной и плодотворной работы. Впервые в России издан перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» версии от дагестанин на русский язык. Презентация книги состоится 27 марта в Махачкале на площадке Дома дружбы. Участниками встречи станут муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин и члены авторского коллектива издания. «Сахих аль-Бухари» – это вторая по значимости после Корана книга для мусульман и один из основных суннитских сборников хадисов. Перевод сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» в версии «Зубдат» на русский язык сделал доступным смысл достоверных хадисов и истинных суннитских традиций для мусульман России. 17 марта отмечался День модельера. В этот праздник наша съемочная бригада решила посетить творческую мастерскую одного из самых известных представителей этой профессии в Дагестане – Шамхала Алиханова. В мире моды его бренд известен далеко за пределами республики. О сложностях работы и национальном стиле он рассказал моим коллегам. Этнические мотивы, лаконичность и мужественность – именно они главные составляющие стиля Алиханова. В каждом наряде есть элементы национальной культуры, что делает образ уникальным. По мнению модельера, одежда должна носиться, а не висеть на вешалке. Где-то обыграл, допустим, силуэт аула. Его можно в разных ключах. Это одно направление. Допустим, тема росписи, опять же, где понежнее, здесь уже абстрактное направление. Та же серия будет викингов, где, опять же, где с топором, где... Ну, это как бы такая игра, чтобы этнический момент, он само собой будет, где ну, игра с ковровой темой, игра с силуэтом аула. Мода не только красивый, но и достаточно затратный бизнес. Сначала создается эскиз коллекции, а затем ее запускают в производство. К тому же модельеру нужно платить зарплату персоналу, рассчитываться с коммунальными услугами и закупать материал. А все это без поддержки государства сделать достаточно сложно, делится Шамхал. У нас, к сожалению, одежда пошел кому-то, костюмчик кому-то. Все в таком ключе, когда я говорил, давайте просто, есть сегодня целые программы по развитию, да, вот, но, к сожалению, она не идет тому человеку, который хотел бы это сделать и приумножил бы. Вот моя болячка, что уперся в это, да, и хочется, чтобы все-таки был результат. Не я один в поле воин был, чтобы уже, опять же, вернуть на сегодняшний день кавказский стиль. Более 25 лет Шамхал принимает участие в неделе моды, ездит за рубеж и участвует в международных конкурсах. По мнению модельера, у дагестанцев всегда было чувство стиля. Они следили за трендами, несмотря на дефицит и железный занавес. Пусть наши родители вспомнят, как тогда, если бы патлы мы носили,
Ну, это был, да, и клиша, все, и колокола, то есть потом пришли бананы. Ну, всегда надо было здесь быть революционером. В дальнейшем Шамхал Алиханов планирует перейти на фабричный пошив. Это позволит ему сделать свои работы доступными и вывести национальные мотивы на широкую аудиторию. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Готов к труду и обороне. В Махачкале прошел фестиваль в честь 90-летнего юбилея ГТО. Именно столько лет назад зародилось массовое физкультурное движение. Более 400 дагестанцев попробовали сдать нормативы и получить заветный значок. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Первому массовому спортивному движению в стране исполняется 90 лет. За это время знак ГТО стал неотъемлемой частью советской культуры. Затем он полностью исчез, и вот теперь его снова возрождают по инициативе государства. В Дагестане нормы ГТО выполняли спортсмены, сотрудники Минспорта и учащиеся школ. Они успешно выполнили нормативы по бегу, также упражнениям на силу, ловкость и гибкость. Хасмагомеду Мустафаеву 89 лет. Он почти ровесник ГТО, но молодежи даст фору. Он бодр и полон сил. Хасмагомед Исаевич продолжает вести активный образ жизни и говорит, что возраст для спорта не помеха. Я с первого курса университета занимаюсь. Тогда, когда впервые утвердили вот это ГТО, вот легкой атлетикой занимаюсь, веду образ жизни, настоящий здоровый образ жизни веду, никогда не курил, никогда не пил. Сейчас нормы ГТО лояльнее, но золотой значок выдают по-прежнему. Желающих его получить становится все больше, особенно школьников. У них не только спортивный интерес. Золотой знак может дать несколько дополнительных баллов для поступления в вузы. Но не только из-за бонусов сдают ГТО. Это своеобразная проверка для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Очень помогает нам укреплять наше здоровье. Спасибо всем организаторам. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу, что ввел такой проект в нашу страну «Готов к труду и обороне», что очень помогает нам сближаться. Комплекс ГТО уникален тем, что он задействует все мышцы тела, направлен на формирование выносливости и силы. А еще это отличная возможность провести время с семьей по-спортивному. Сегодня это физкультурное движение переживает второе рождение. Идет всплеск интереса в разных уголках нашей страны. Отрадно, что в последнее время ГТО набирает такие хорошие обороты, и больше людей вовлекается в этот процесс, что есть хорошо. Чем больше будет здоровый образ жизни у нас в обществе, тем здоровее будет у нас, так сказать, общество, и меньше будет социальных проблем. Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. Сегодня республика входит в первую двадцатку регионов по реализации этого норматива. Более половины жителей республики привлечены к систематическим занятиям физкультуры, и это в первую очередь стало возможным благодаря реализации комплекса ГТО. Самым главным является стимулом оздоровления нации, массового спорта. И сама по себе ГТО, это как-то люди, как бы ни называлось, это здоровье нации, здоровье населения, здоровье ребята, чтобы пропаганда здорового образа жизни. И поэтому вот такие праздники, вот такие мероприятия, она дает огромный стимул, огромную возможность большому спорту. Повторить все, как было в Советском Союзе, вряд ли получится. Но вот вернуть спорт в массы, говорят организаторы, задача вполне реальная. Планы на год большие. Впереди всех ждет более крупный летний фестиваль. Хасмагомед Исаевич надеется и в нем принять участие. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать на этой неделе. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Всего доброго.